Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на Samsung Galaxy M23 можно изменить стиль шрифта. Для этого мы с вами заходим в настройки, переходим в пункт Display, нажимаем размер стиля шрифта. Стиль шрифта выберем тот, который нам больше всего нравится. После чего просто выходим. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!